И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы начинаем новый сезон по Ark Survival World. И я что-то решил, что думаю, надо бы, наверное, еще немножко в Ark поиграть. Немножко это будет, наверное, немножко, но я хочу уже поиграть на какой-то другой карте. У нас достаточно скоро выйдет новое обновление. И, скорее всего, на нем, да я более чем уверен, что я буду там играть. Прикуплю его, сейчас пока что нет такой возможности. В Стиме нет ни ценника, ничего. Но, тем не менее, поэтому мы, наверное, что делаем? Мы, наверное, настройки изменим, да? Уровень сложности, уровень дина, урон от игрока. Так, давайте посмотрим, что здесь вообще такое есть. Сопротивление, множитель опыта, скорость приручения. Скорость приручения, наверное, я увеличу. Потому что все равно это дело все вырезается. И тупо сидеть ждать как-то не очень. Смысл вообще не изменится от этого. Да, но вроде как бы полегче будет. Не потребуется такого дикого количества. Не то что дикого. И в принципе и так-то легко приручать. Но тем не менее. Так что смысла, я думаю, особо не имеет. Количество собираемых ресурсов, расход еды, воды, восстановление. Это все не то. Разрешить вид от третьего лица. Включить прицел. Ну давай прицел включим. Я в прошлый раз, в прошлом сезоне, когда только-только ввели эту опцию, вот именно что стало возможно вот так вот через настройки включать прицел, я почему-то тыкал эту галочку, но прицел у меня все равно не отображался. Короче, было странно. Может быть, если начать вот новую игру, создать нового персонажа, то тогда будет это отображено. Ну не знаю. Так, отключить контейнеры с припасами, нет, они мне нужны. Хардкор, ПВЕ, нет. Дружественный режим, вообще пофиг. Метка игрока на карте, да, пожалуй. Я на Рагнарёке на этом никогда не играл, поэтому запрет загрузок персонажей, предметов, максимальная сложность, да, поставим. Это вот максимальная сложность влияет на то, что если поставить максимальную сложность, то максимальный уровень существ будет равный 150. Вне зависимости от карты. Но в то же время, если я оставлял вот уровень сложности, допустим, 0.2, как по умолчанию это было, да, то опять же, в прошлый раз у меня эта галочка не работала. Все работало только тогда, когда я вот здесь вот руками выставлял уровень сложности 5 и вот здесь ставил галочку максимальная сложность. По идее, достаточно, ну вот, вот как это задумывалось, достаточно тыкнуть вот просто галочку и все. И пофиг, вот на этот показатель становится. Но, к сожалению, у меня почему-то это тоже не работало. В прошлый раз приходилось каждый раз при запуске нажимать вот здесь 5.0 и здесь тыкать галочку. Тогда все было норм. Но не знаю, посмотрим. Дальше что еще? Изменение гаммы в PvP, пожалуй, да. Чтобы ночью можно было видосы записывать и показывать, что ночью там, ну, чтобы не в кромешной тьме бегать, но тем не менее. Посмотрим. Настройки одиночной игры, пожалуй, да. Вдруг мы доживем до боссов. Успеем сходить, может быть, на каких-то боссов. Локатор трупов. Ну, пускай будет. Отключить коллизию при строительстве, пожалуй, да. Это тоже да. Это чтобы на плотах можно было строить там разные всякие. Многократный сброс очков опыта, пожалуй, тоже да. Потому что я буду играть один и, соответственно, все мне просто физически не выучить, поэтому мне потребуется сбрасывать очки навыков и все такое. Так, дальше карта Рагнарок мы выбираем. Моды. Вот, кстати, моды. Давай посмотрим. Стак мимо. Жги стакин мод какой-то. Reusable Plus. Не знаю, что такое. Это вот сразу, это я дополнительно сам ничего не устанавливал. Поэтому даже не знаю. Так, ружье. Какой-то бустер. Boosted Fabricate. Ammo Pool. Photon Sentry and Rifle. Анунаки Генесис Теграмс Балкрафтерс АСМ админ. Я вообще не знаю, что это такое. А, вот вот это вот. Структурис Плас С плюс по-любому надо. Classic Flyers. Тоже не знаю, что такое.
Ну, мы, пожалуй, поставим вот эти два мода структуры S+ и Stack Memo. Ну, чтобы стаки были побольше, потому что там стаки мяса по 20 кусочков тоже как-то не очень весело. Вот, как-то вот так, наверное, будет, да? Поэтому одиночная игра и запуск выделенного сервера. Хост многопользовательской, наверное, хост многопользовательской игры. Или нет, подожди. Одиночная. Я что-то не помню, что я нажимал. По-моему, хост закрытый, чтобы никто не присоединялся. Название сессии, пароль принять. Да? Загружается? Вроде что-то компьютер зашуршал. Ну, по-моему, как-то вот так это все будет делаться. Новые животные, новые там патчи выходили. Сейчас вот патчи сами видели, там внизу слева был нарисован какой-то 273 точка. Что-то там не запомнил. Поэтому посмотрим. Первая загрузка наверняка будет какая-нибудь долгая. Вот. Но тем не менее проверим, насколько быстро это все загружается. По размерам Рагнарёк этот, по идее, он должен быть меньше, чем этот карта The Island, на которой мы постоянно играли. Ну, стандартная официальная карта. И поэтому и мне самому будет интересно. Плюсом на этой карте есть. Я единственное, что помню. О, сразу так быстро достаточно. Прикольно. Цвет кожи. Давай каких-нибудь такой вот шоколадный зайчик. Нормально. Цвет глаз, цвет волос. А, пускай синие волосы. Хочу черные волосы. Как сделать черный волос? Придется покрасить, да, их, наверное. Но неважно. Да, в принципе, я сам себя видеть не буду, да, поэтому. Вот у нас Викинг Бэй рекомендуется джунгли. И, короче, непонятно где, да? Джунгли где-то здесь. И Викинг Бэй. Ну давай, наверное, мы вот в углу, если здесь рекомендуется, давай, наверное, вот Джангл 2. Мы, соответственно, в углу где-то десантируемся, посмотрим и будем как-то двигаться. Потому что не совсем понятно мне, куда бежать, где базу строить и вообще. Поэтому давай создать выжившего. День первый, время 12:09. Обед. Неплохо. О, такая прогрузочка. Давай. Подожди, и опять это. Так, нормально все прогрузилось. Опять как-то нечетко это все. Я помню, что какая-то настройка за это отвечает. А, масштаб разрешения, по-моему. Переменить. Сохранить. Продолжить. Да, вот сейчас, по-моему, неплохо стало. Так, трайки ходят. Так. Разрешите, пожалуйста, я тут пособираю немножко. Дерево вот так вот валяется просто веточками. Прикольно. Так, и что мы делаем? Травы, может, какой-нибудь нарвать? Погнали. Так, время у меня 54 минуты. Вон дудошки ходят. Отлично. Попить. Классно. Дерево можно. О, левел ап. Дерево теперь можно вот так вот собирать. Круто. Это что такое было? Песок? Серьезно? О, слушай, классно. Классно, можно песочек добывать.
Так, волокно нам тоже потребуется на всякие шмоточки. Пока что бегаем, все собираем. Солома вон там собирается. Тоже это все нам пригодится. Давай пока ресурсов немножко подсобираем. Так, бронтозавры ходят. Вот эти вот... Вот эти вот бронтозавры, от них надо где-нибудь подальше базу строить, потому что они вот, я не знаю почему, вот уже неоднократно сталкивался, что строишь базу, они вот обязательно придут и обязательно будут по голове топтаться. Мешать строить и все такое прочее. А на начальных уровнях, когда база еще из дерева, из камня, они начинают махать хвостом, и это просто трындец. Так, ладно, дальше. На какие кнопки там? В. Ага. Кирочка, потом факел нужен. Кремень нужен. Так, подожди, тап. Я уж привык, инвентарь на тап. Так, давай, кирка. Что нам еще надо? Жуем немножко ягодок всяких. А, ну вот, наверное, мажорберри я оставлю. Так, здоровье. Что мы делаем? Вес, урон, скорость передвижения. Наверное, давай стойкость, наверное, будем повышать. Так, это структура S+, это мне надо боссов всяких убивать. Поэтому давай S+, Crafting Station, вот этот тоже обязательно надо будет. И погнали. Мне нужен каменный топор. Мне нужно будет обязательно... Что еще? А где мои? Где мои Engram Points? А, вот очков доступно 5. Окей. Ну и, пожалуй, давай копье. Норм. А как создавать? Копье. Кремень нужен. Короче. О, да. Как я давно этого не делал. Давай. Погнали. Так, да что ты, я сейчас вот, я буду часто тап тыкать, потому что привык инвентарь открывать на кнопку тап. Ну и 3 копейца, наверное. Так, факел сразу же сюда готово. И копишки. Так, еще мне топор нужен же. Подожди. Я его не сделал, да? Соломы надо немножко. Слушай, неплохо так соломы добывается. Вот это тоже сделаем. Можно еще даже копий парочку. Так, выносливость, вес. Ну, давай, наверное, вес немножко покачаем. Так, погнали. Каменный топор. Костер обязательно нужен. Дальше мне нужно одежду. Ну, одежда не принципиально так-то, по большому счету. Но пригодится, я думаю. Так, есть. Мне нужно S+, Campfire, чтобы я мог его поднимать. Насколько я помню, это дело можно все поднимать. Постройки, которые S+. И поэтому я могу бежать, взять мяско, например, пожарить, после этого поднять костер и убежать дальше. Чисто. Пошли. Да что ты, блин. Ну-ка. Так, топор. Инвентарь. Топор. Пошли, додошек. Немножко поубиваем. Возьмем кожи. Возьмем мясо. Давай. Гули-гули-гули. Чайки эти тупые летают. Так, подожди. Додошечки. Где вы? Так, там эти... Дихлофосы ходят. Дихлофозавры. Пока не очень интересно. Но в целом можно... О, металл даже есть. Прикольно. Немножко, конечно, но... На начальные там какие-нибудь инструменты. Вон там, по-моему, еще металл, да?
Так, давай карту глянем. Да. Додошки. Так, ну пошли тогда на вот этого будем охотиться. Так, как там? О, прицел появился. Хо. Отлично. Так, что за цветы? Редкий цветок. Прикольно. Ну-ка. Ха. Норм. Ха. Хоп. 135 уровень. Пойдет, почему нет-то? Другого никого не нашел. Оп. О, да, я крут. Я очень крут. Так, как присесть? На С. 9 кожи. Шикарно. Тапки себе делаем сразу. На штанике нужно 50 волокна. И мы можем левел ап получить. Там, по-моему, кто-то еще ходил, нет? Так, левел ап. Давай, наверное, еще стойкости. А то ночь не за горами, да? Подожди, мне же волокна надо было. Волокно. Волокно, волокно. Песок, вот интересно. Прям очень интересно. Так, волокно. Самое главное, чтобы ниоткуда не выскочила какая-нибудь сволочь и не пыталась меня съесть. А то будет очень неприятно. Так. 17 волокна там. Что-то не густо как-то собирается. Еще левел ап. Да, сейчас арк такой немного. Чем дальше, тем казуальнее становится. Очень быстрая прокачка идет на начальных уровнях. Прям очень быстрая. Но опять же, нет худа без добра вот начинать заново, потому что, помните, вот в прошлом прохождении как раз был во время прохождения вышел патч, который перерас... Ох, ты ж... Ты чё? Не подходи ко мне. Я очень опасный тип. Пойду-ка я, пожалуй. В другом месте всех буду запугивать. Они летают, они мелкие, и в них попасть очень сложно. По крайней мере, вот сейчас. Ну и было бы неплохо, конечно же, осмотреться где-нибудь. Так, обелиск. А я могу что-нибудь там загрузить, выгрузить там. Смотреть терминал обелиска. Так. Минимальный уровень выжившего 70, 80, 90. Пойдет. Круто. Артефакт бродяги, мудрости. Сколько всего надо выгрузить выжившего. Надоест, выгрузим выжившего и пойдем на Айсланд, например, да? Так, ладно. Подожди, штаники. Так, тапки одеваем. Штанцы одеваем. Вот. Теперь еще стойкости немножко. Поехали. Что у нас там есть? Можно по одежде, а можно уже начать домик строить, например. Ну давай будем. Соломенный фундамент. Кожаный спальный мешок, кстати, тоже пригодится. S+ Foundation. Это тоже все надо. Дверной проем. Да, это все изучаем. Еще 8 очков доступно. Давай вот это. И вот это. 2 очка еще доступно. Все, больше ничего не могу. Соломенная дверь, нет? Так, норм. Непонятно просто, где базу строить.
Надо бежать, надо. Так, копии у меня 4. По грузоподъемности. Слушай, надо, наверное, костерецкий сейчас попробовать разместить. Где он? Вот он. Костерочка, давай-ка организуем. А почему? А, может быть, близко с обелиском? Пошли подальше. О, да. Отлично. Цветочки. Их раньше жрать можно было. Так. И деревяшечек, может быть. Давай. Мяско. Хочу мяско. А мы тем временем пока жарится, наверное, поплаваем немножко. Так, манты там, я вижу, плавают. Какая здесь живность водится. Ладно. Пока что никого не видно. Чё тут? Да блин. Забываю тоже. Так. О, да. О, да. Вся жизнь удалась. Вода есть, еда есть. Дилофазавры бегают. Додошки где-то здесь еще я видел. Давай мне последний кусочек мяса. И буду отваливать яйца. Давай. 3 шкурки всего лишь. Ну, мы можем ягодами питаться так-то. Так, это беру, а это подобрать могу. Прекрасно, пошли. Так, через сколько шмотки? Также 15 минут. Да, 15 минут также. Нормально, это там у нас кусок угля остался, который мне сейчас не нужен. Так, ну что, великое путешествие начинается. Сейчас где-нибудь до первого же раптора или кого-нибудь такого. Ну, дилофазавр, блин, 135 уровня, прикольно. Так, выносливость, где у меня? Ага, справа. Так, кнопка на X ложится. Классно, мне надо, значит, найти где-то кристаллы еще. На какую-нибудь гору наверняка надо будет лезть. Сейчас, секунду, ребят. Итак, продолжаем. О, долбаные. Не трожь мой факел, а. Да вот ты, тварь. Их еще двое здесь. Да, какого? А ну, стоять. Готов. И куда ты делся? Ох, там манта. Не ешь меня, манта. Черт возьми, у него было что-то в инвентаре, и я наверняка оно упало в воду туда глубоко на дно, когда я труп разобрал. Так, ну ладно. Эта тварь у меня кремень украла весь. Придется еще добыть. Запасец сделать. Было бы неплохо до лука докачаться. Так, 2 копья осталось всего лишь. Давай-ка покопьем. Раз, два, три. Еще 3 копья. И вот этого друга. Какой пчелин тут? Сзади как будто кто-то топает. Я вот иду. Мне кажется, что прям сзади кто-то топает. Так, с тобой мы листозавр. С тобой мы потом немножко поговорим. Вот с этим надо. Воровал. Готово. Посмотреть инвентарь. А, ну себе оставь. 6 кожи, 4 сырого мяса пойдет. Так, где этот корифан мой? Давай мы. На-ка. Ты же добрый. Я знаю, ты добрый. Ну, молодец.
Так, 7 кожи, 4 мяса пойдет. Черепашки. Ну вот туда бы залезть надо теперь как-нибудь. Здесь я смогу подняться, интересно, нет? Давай, пошли. Да, в целом норм. И можно будет и водопровод провести сразу в воду, если что. О, там смотри, какие-то руины. Додошек вижу. Пошли сразу заберем, а то опять спрячется куда-нибудь. Лишь бы рапторов каких-нибудь не было. 130-й там по додошке. А в целом можно было ее приручить. Кожа, хорошо. Кожа потихоньку прибывает. Так, вижу дилофазавры, трайки. Ну, здесь, в принципе, мне нравится. Неплохо. Так, стойкость. Продолжаем качать. Так, подожди, надо похавать. Мясо пока не испортилось. Ага. Так, спальный мешок могу теперь уже изготовить. Отлично. Чтобы потом не плутать здесь нигде. Так, дальше. Энграмы. Где? А, вот. Вот, да. Так, смотрим. Значит, соль для консервирования. Песок. Вот, кстати, можно теперь это будет все делать, да? Наклонная соломенная крыша. Это хорошо. Вот мне ящик пригодится. Бурдюк под воду. Давай по одежде пройдемся, потому что одежда пригодится. И с одеждой вопрос закроем, хотя бы мы сможем такое себе. Где еще? А, подожди, что я сделал? Вот это, вот это. Перчатки еще нужны. Это кейлинг, перекрытие. Подожди, а фаундейшн? Вот он. Еще волокна немножко надо. Волокна немножко надо мне. Волокна. Не, ну из волокна я не собираюсь строить вообще ничего здесь. Из соломы, из этой. Это такое себе развлечение. Но вот здесь вот место в целом неплохое, мне кажется. Для первоначальной такой дислокации. Вот эти камни, интересно, убираются? Да, прекрасно. Этот уберется. Этот... уберется дерево. Дерево вот это большое срубится. Это тоже уберется. Слушай. Клево. Мне нравится. Мне нравится. И здесь, в принципе... обрывчики такие, да, к нам никто сюда не ворвется. Смотри. Даже тьфу-тьфу, если Рекс какой-нибудь придет, ему и то будет с этих сторон сложно сюда. Огораживаемся. И пока у нас не появились большие динозавры, мы сможем здесь очень даже недурно. Очень даже недурно мы сможем здесь существовать. Мне нравится. Давай. И будем восходы встречать. Смотри, тоже пейзаж, да, здесь шикарные. Самое, что радует, камней вот таких вот не будет. А, да, я устал, я понял тебя. Так, надо, наверное, что сделать? Вот фундамент я хотел один. Поэтому мы сейчас поставим фундамент. На фундамент мы организуем... так, фундамент, костер, спальник. Сразу же это дело вот так вот, да. Хорошо. Сразу же сюда
Так, вот спальник и сюда сразу же костер. Фантастика. Сюда дерево можно скинуть, мясо можно скинуть, да? Все, пускай пока жарится, а мы тем временем поработаем. Вечереет, однако. Сейчас пока ковыряем, получим... Да чтоб тебя. Получим недостающее количество опыта для левелапа. И сделаем... А что не хватает-то? А, дерево. Как там? Получим недостающее количество опыта, получим левелап. И, наверное, сделаем себе еще... Откроем энграм на ящик. Смотри, воды мало. Уже вода заканчивается. Пить хочется. Давай еще дерево добудем. Бурдюк. О, поберегись. Хм, интересно, я думал упадет там. Значит, такой... Чтобы аж... Подпрыгнули здесь все. Но опыт как-то не очень бодро прибывает, на самом деле, от добычи ресурсов. Зато у нас много кремния будет. Он нам пригодится. Хорошо. Да нам все пригодится. Нам и кремний пригодится, нам и камень пригодится. Надо будет сейчас бегать, попить. А лучше, пока совсем не стемнело... Надо, наверное, будет сбегать, поубивать каких-нибудь дилофозавров, которые здесь поблизости. Чтобы они ночью ко мне не забежали. Вон, например, ходят. Пошли. То уже что-то это. Сверчки. Песни свои завели. Вечереет. Как там посмотреть? Ага, вот. Ольга Бич. Пляж Ольги, я понимаю, но созвучно немножко с другим. А, еще племя было бы неплохо создать, чтобы, знаете, отображалось. Так, ты какого? 85-го. Пошел вон! О, колбасит-то как. Оп, да чтоб тебя, а! Пошла вон, дичь. Пошла. О, хорошо. Так. Еще один. Че по еде, по здоровью, все тохло. Какого уровня? 25-го. Пойдет. Шикарно. Так, ну что, опыта прям вообще чуточку надо. О, и темно становится. Но я уже заготовил факел. Здравствуйте. Ну-ка, чтобы копье не сломалось, будем тебя топором. О, да. Шикарно. Пошли. Пошли. Воды нет, еды мы сейчас возьмем. Да-да-да, обезвоживание у нас. Так, еще миска закинем. Это сюда. Дерево, пожалуй. Дерево пусть горит. Порох потом будем изготавливать. Из угля. Это конечно. Ох, что-то высоковато здесь. Потом какую-нибудь лестницу построю. Да не, потом у нас будет водопровод и будет все норм. Тут просто вот эти вот ступеньки... Не ступеньки, вернее, а места, с которых он не спускается, персонаж, а тупо прыгает. Так, вот так. И вот так. Так, полежим немножко. Так, давай смотреть, что нам надо. Еще стойкость. А, видели? А, нет, там другая была штука. Так, ступка и пестик уже открылась, но я хочу, например, ящик. Вот мне нужен обязательно. И еще 3 очка навыков, которые я могу потратить. Куда? На подзорную трубу обязательно.
Потом ее сделаем. Так. Факел. О. Страшно, да, я понимаю. Пошли. Ну-ка. Дайте. Дайте пройти. Вот. Дом. Милый дом. Слушай, мне нравится здесь. Неплохое место, но мне кажется. И даже не чувствуется холода от воды. Так что факел, все дела. Потом, понятно, и шмоточки получше будут, и будет вообще плевать. Да и кондиционеров потом наставим, может быть. Но в целом мне здесь нравится. Тихо, тихо. Эй, ну. Как бросить? О, отлично. Вы замерзаете. Так вот, я рядом с факелом стою же, ну. Как быстро тут время идет. Нормально. Эти кусты соберу, и они здесь уже, по идее, появляться не должны. Наша постройка будет их блокировать. А вот туда сможем за камнем ходить. Круто же. Мне кажется, круто очень. Так, мяско. Вот это мы выкидываем. Выкидываем, выкидываем. Это пока мне не надо ничего. А, хотя с другой стороны. Давай-ка оставим. Так, давай, крафтить. А, ящик. Какого хрена? 13 дерева надо. Да ладно. Преимущественно все S плюс буду делать. Так, и плюсом мне надо создать племя же. Подожди, племя. L. Соплеменники, соплеменник, племя. Племя игрока Серега. Переименовать племя. А я прям так и назову Серега, чтобы... Я же один играю, правильно? Серега присоединяется к племени. О, да. Так, и теперь владелец Серега принадлежит лично Серега. То есть, вот, чтобы вот эту надпись убрать... ну, пускай горит, потом я, конечно, это переделаю. Так, давай. Ящичек. Его можно на землю ставить, но мне больше так нравится. Так, вот это, вот это, вот это. Нифига себе, трое суток, да? Цветочки. Ну, плевать. Семена, песок не нужен. Что еще не нужно мне? Вот это, пожалуй, можно выкинуть. Тоже не надо. Вот металл перенесем. Это вот, слушай, хороший ящичек-то по размеру-то. Что-то мне кажется, он, по-моему, меньше был размером, да? Маленький ящик. Ну, неплохо. Так, ну ягоды, ну и камень, пожалуй, тоже. Так вот, слишком много мне не надо, поэтому освободим. Класс, просто класс. Надо освещение навести. О. Работа кипит. Поесть мяско можно. Жизнь удалась практически. Выносливости бы еще, наверное, надо добавить. Потому что вот на первоначальном этапе игры я буду очень много... Я буду очень много руками все делать, поэтому выносливость мне
явно не помешает. Камни, главное, не разлетаются, да, а просто исчезают. Ну и насколько мне помнится, обелиски вроде бы гудели. Может быть, по просьбам игроков, у которых базы были рядом с обелиском, убрали это гудение. Не знаю. Мне бы хотя бы... Что там светится и двигается? Вот там вот. Так, как отменить бросок? Видели? Вот даже видосик назад отмотните. Вот здесь вот что-то светилось и двигалось. Реально, вот по этому бугру что-то светилось и двигалось. Хм. Я не припомню ни одного динозавра, который ночью светится. Но это явно не... Ну, глаза с такого расстояния не будут отображаться. Ну, есть динозаврики, у которых глаза светятся, да? Это не было там красным ореолом, например, типа там альфа-динозавр какой-то. Хм. Так. Интересно. Так, ладно, мяско забираем. Потушить огонь. Так, что еще? Вот это скидываем, кожу скину. Наверное, ягоды все, камень, кремень. Нет, наверное, вот этого оставлю по десяточке. И вот это вот тоже вот так вот сделаем, да? Вот так, вот так. Вот так. А это вот так и вот так. Все, я готов. Блин, мясо. Ладно, мясо еще нажарим, если что. Там понятно, уже все 20 раз ушли, но... Тем не менее. Сейчас попьем. Сейчас попьем и сходим. Ночь не самое подходящее время, конечно, для этих целей, но... Блин. Давай. Пошли. Ну ведь как-то же надо, тут устали. Все, отдохнул. Пошли. Так, мое место вот там, да? Так, а вот эта скала, интересно, срубится. Здоровый вот этот, каменюка вот эта. О, классно. Слушай, прекрасно вообще. У нас даже обзор в сторону леса будет. Блин, ну мне, конечно, ссыково, но... Но спальник есть, так что... Одноразовая воскрешалка у нас... Будет... Вот, вон мое место. Ой, верните.
Вон мое место. Его видно, да, отсюда, чуть дальше факела горящего. И где-то вот здесь что-то светилось, по-любому. Залезть просто хочу, чтобы повыше осмотреться. Так, тут паразавры ходят. Я просто, видите, в чем проблема? Я не знаю, где какие динозавры здесь обитают. И не знаю, чего мне ждать от этой карты, что добавляет некоторую изюминку, так сказать. Где, кстати, тоже неплохое такое место, да? Так, время. 3:54 уже сейчас светать будет. Ладно. Не, ну паразавр в принципе тоже нужен. Для начала притамим, будем на нем перевозить всякую фигню, потому что трайк там только с, по-моему, с 20 уровня, с какого-нибудь. Но вопрос остался открытым. Что же здесь светилось? Ну прям реально светилось. Я не знаю, вот как YouTube пережмет это качество видео, будет ли это видно. Но при монтаже-то я буду смотреть на нормальное, как бы, качество, на хорошее, поэтому... О, металл. Прекрасно. Рядом с домом у нас есть металл. Да дайте, вот туда хочу. Вот туда хочу, ну. Хочу просто туда залезть. Смотри, здесь металл есть, можно рубить потихоньку и стаскивать уже. И пускай он себе потихонечку спавнится опять, да? Появляется, а мы к тому времени, когда появится у нас технология обработки металла, мы уже будем готовы. Вон там, смотри, какие-то руины. Клево. Клево. Сколько, интересно, я металла добуду, например, вот с простой жилы. Понятно, что кирка отстойная, вот поэтому меня интересует, сколько металла будет. Слышите? Это топает такая. Фу ты, блин. Это пикер там в камне, похоже, забаговался, да, и 6 металла. Такой отстой. Такой отстой, такой отстой. Ну, это значит, что нам нужно металл заранее собирать, готовиться у нас. Будут печки, будут плавилки потом, но это все немножко позже. Неплохо. Неплохо. Ну, слушайте, и раз есть, встречали мы 135-го, да? Этого. Плеваку. То значит все нормально. Динозаврики нормально прогрузились. И 150 уровня мы будем здесь их встречать. Это хорошо. Металлом вообще напрогаю.
с такой киркой. Вон там еще внизу металл есть. Слушай, неплохо, мы здесь будем добывать металл. Нормально. Ты как тут? 95-й левел. Ты тут забагованная, нет? Может быть, когда рогатка появится, я сюда приду и буду тебя здесь усыплять? Я оставлю, я не буду ее пугать пока что. С верхотуры посмотрим. Такие прям площадки, да, ровненькие. Так, потащить надо. Там мясо пропадает, вон там масхопс бегает. Может быть, где-то еще есть место какое-нибудь хорошее. Ну, вернее, оно... Стоп, вот тут даже богатый жил есть, смотри. Класс. Наверняка и есть какие-нибудь хорошие места, но я про них пока не знаю. И узнаю я о них только тогда, когда у нас появится... Тихо. О, карнотавр. Алло. Узнаю я о них только тогда, когда у меня появится что-нибудь летающее. Сонный карнотавр. До этих не получилось, да? Не пустит он меня туда, явно. Ладно. Раз за мной не бежит, то мы тогда отправляемся сюда. Ну, давай. Та-дам-та-дам-та-дам-дам. Можно просто так даже не рубить камни, а бегать вот так вот, просто их собирать, да? Опять же, пока каменные инструменты, наверное, самый быстрый способ насобирать камней, это просто бегать их и просто тупо собирать, а не киркой долбать. А, давай, может быть, мы вот этот камень тоже вырубим большой. Территорию расчистим. Получим левел ап. И будем уже закругляться тогда с первой серии. У нас здесь будет сразу же... О, лапочка. У нас здесь будет неплохой обзор такой. Так, выносливость. Есть. Обезвоживание. Блин, надо эту сделать. Фигню. Бурдюк. И еще на троечку. Что я могу сделать? На троечку. Я даже не знаю. Ну, селитра вот по-любому пригодится. Поэтому делаем. А на следующий... Раз мы сделаем ступку и пестик и начнем потихонечку уже варить наркоту. Начнем варить наркотики потихонечку, накапливать, потому что какого-нибудь трайка завалить, да, и это будет такое себе. Я помню, что это постоянная беготня, вот это, что у него оглушение снижается. Ой. 145-й листозавр. Давай, давай, где ты там? Десять кожи. Пойдет. Так, бурдючок делаем. Инвентарь. Давай. Они, конечно, пропускают воду, но в целом, я думаю, будет норм. Вот так вот, да? Нормально. Ресурсы потихоньку собираю. Камень тоже стараюсь постоянно собирать. О, додошки. Самка 25-й.
Самка 45-й. Тоже можно в целом уже и додошек начать таймить. Хотя этих я, пожалуй, убью. Пускай большого уровня появляются. Подожди. Туда беги. Угу. 8 кожи. Шикарно. 6 кожи. Шикарно. Дерево немножко возьмем. Шикарно. Все, хорошо. Необходимые ресурсы мы здесь получили. О, здравствуйте. Так, выносливость надо восстановить. Копии 3, по идее, должно хватить. Хоть урон в рукопашной качай. Да твою ж то. Да как ты так делаешь? Одиннадцать кожи еще, шикарно. Так, и рубил я, по-моему, вот этот камень, да? Рукопашную атаку качай пока что. Потом можно будет, конечно же, скинуть это дело все, но пока что, мне кажется, рукопашная атака вообще не помешает. Ну и плюсом рукопашная атака дает бонус к получаемым количеству ресурсов, которые добывается. То есть, чем сильнее удар, тем больше ресурсов, соответственно, можно добыть. Так что, наверное, все-таки я займусь этим вопросом. Большую каменюку убрать. Ага. Пока территорию облагораживаю, вот так вот камни врубаю, у меня появится уже какой-то запасец этих камней. И потом, когда дойдут до... Тихо. Когда дойдут до каменных построек... Так, 21 металл. Не дурно так-то, но... Все равно не очень. Я смогу уже делать всякие разные штуки. Так, вот так, вот так, вот так. Ну и было бы неплохо, наверное, наметить территорию... Давай, например. Мяско пожарим. Вот. Отличная территория, мне кажется, уже. Это что такое было? Я понимаю, что тут дошка, но... Но где она? Как будто прям подо мной. Неужели я на какой-то... над какой-то пещерой? Решил построиться. Нет. Не вижу я эту дудошку. Так, копия кончаются, надо бы копии сделать еще. Опа, отлично. С
стараюсь передвигаться всегда так, чтобы была возможность, если что, куда-то свинтить или же вот на камне сижу. Все равно есть какая-то призрачная надежда при встрече там с раптором или еще с кем-то, от кого я явно убежать не смогу, что я здесь как-то буду немножко в безопасности. Там что такое в воде? Дельфин дохлый. Ну, классно, можно будет даже пристань, например, какую-нибудь здесь организовать, да? По-моему, там глубоковато. Слушай, а что, неплохо, мне нравится. Такую в несколько ярусов базу здесь сделаем. Только вот больших динозавриков куда будем ставить потом? Придется как-то... Ич, не долетел. Можно потом будет здесь огородить как-то, но наклонная такая территория не очень хорошо. Вот, песка здесь много, опять же. Прям вообще много. А вот это как-то можно? Нет? Нет? Никак не собирается. Классно, мне нравится. Ни черта не понимаю, где я. Что происходит? И поэтому... Да вот здесь, наверное, и будет у нас парковка под больших динозавров. Класс. Огораживать просто придется много, но... Компики бегают. Компики — это хорошо. Они достаточно легко убиваются, и за них неплохо опыта даются. Так, ты чё? 85-го. Додошка идет в атаку. Так. Ну здесь уже... Вот, обезвоживание, и я раз водички накинул. И хорош. Блин. Авираптор. Ну-ка, давай. Давай. Да куда ты? Ну, надо было в скалу бежать. Так, ты какого уровня? А, потихоньку присматриваться к птерам. Пятый, и он здесь не один. О! То, что надо. То, что доктор прописал. Вот прям вообще вот. Давай-ка. Кто там ходит? Там даже анкилозавры есть. Ну я их запарюсь приручать. Хотя какого-нибудь маленького можно. Но опять же, на них седло. Блин, здесь непонятно какого уровня. Я хотел ягод наркотических. Две ягодки всего. Отстой. Так, ладно, давай. Рукопашный бой. Урон в ближнем бою. А сколько он там качается нынче? По 5% норм. И смотрим по энграмам. Ступка и пестик, да. На следующем уровне наркотики надо будет изучить. Так, ладно, что-то я разошелся опять. Ребята, у нас серии будут, не знаю, может быть, в районе часа, еще что-то. Ну, пишите в комментариях, какой продолжительности серии самая оптимальная, вот, в частности, именно по арку. И тогда уже я от этого буду и отталкиваться. А на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я буду пока что здесь носиться, ничем особенным заниматься не буду. Хотя нет, мы, наверное, сразу и продолжим, потому что сейчас надо будет взять наркоберри и пойти додошечку приручить. Уже поставить ее, и пускай она нам потихонечку яйца начинает давать.
А чё нет-то, да? Когда да. Чё нет, когда да. Поэтому... Давай, вот так вот можно ходить тут ко мне, насобирать вагоны. Между делом пока бегу. Ягодков всяких. Вдруг наркобери. Нет, да. Вот наркобери. И смотри, и простые, и редкие цветы, они просто так растут. О, смотри, пожалуйста. Забирай, не хочу. Классно. Тут вообще вон целый клондайк у нас из редких цветов. Их раньше можно было жрать, а потом им сделали какой-то отравляющий эффект. И, в общем, стало все не очень хорошо. Так, ягоды скидываем. Что еще? Камень почти весь тоже с кремнием. Почти весь скидываем. Вот это тоже скидываем. Мясо поставим жариться. Неплохо. Пускай жарится. Вот дождь определенно где-то пиликает, но где она пиликает, я что-то не улавливаю. Ладно, это не принципиально. Но найти ее бы надо, чтобы, знаете, будет потом. Хотя у нас здесь потом будет несколько додошек стоять. И, в общем, разберемся. Все, ребят, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. И пишите, ждали, не ждали вы варк. Как вам выбор карты Рагнарёк? И вообще, в целом, как вы относитесь к арку? Поэтому жду ваших комментариев. И увидимся в следующих видео. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока.